Всем привет, с вами Андрей и Наташа. И мы сегодня смотрим второй трейлер сериала «Пацаны». Первый есть у нас на канале «Реакция». Первая реакция, да, тут вот на четвертый сезон. Мы в свое время марафоном смотрели первые все сезоны. Первые три сезона, да. Так что где-то там было супер, где-то уже не очень. Но в любом случае сериал мы ждем. Будем смотреть. Я не знаю, выходит он полностью сразу или по серии, но это в списке 100%. Да, у нас было впечатление от первых двух сезонов более нам понравилось. Удивило, да, да. И там это еще два эти сезона связанных, а третий, он уже как немножко такая отдельная история, и, видимо, четвертый... Нет, я не согласен. Там атмосфера другая. Подожди, дай мне сказать. Хорошо, да. Первые два сезона, они связаны одной нитью. Потом, естественно, дальше продолжается третий сезон, но там уже другая атмосфера, по-другому снята и немножко другой темп. И мне кажется, четвертый сезон будет снят, не снят, а похож и связан с третьим. Вот, я такое впечатление. Ну вот так, да, так правильно было бы сказано. Потому что история там одна, но реально даже по как снят третий сезон, он по-другому сделан. Это и по картинке видно, если вы там смотрите миллион проектов, фильмов, да даже один тот же сериал, это всегда на глаза бросается. И четвертый сезон, у него тоже уже своя атмосфера, есть уже и предыстория поколения V, мы это уже не смотрели. Да, да, мы только трейлеры смотрели, тоже у нас, кстати, на канале. Да, да, но как-то не завлекает смотреть миллион предысторий, и мне этот тренд вообще не очень, честно говоря, нравится. Ну, люди деньги зарабатывают. Да, как-то так. Ну, как деньги зарабатывают? Есть куча сериалов, которые, не снимают же там... Грубо говоря, есть там «Во все тяжкие» какая-нибудь предыстория по персонажу отдельного из «Во все тяжкие». Есть как бы отдельные проекты, которые нормально так сами по себе живут. Или там какая-нибудь есть «Игра престолов», где там куча сезонов, но это все одна история, она завершается. И да, есть отдельный уже новый сериал, но он как бы совсем другими актерами, другой временной промежуток и так далее. То есть его можно отдельно смотреть. Ну, тут зависит от студии, кто именно снимает, кто именно платит. И тут уж им выгодно делать кучу других спешлов или не делать. Я про то, что тут-то понятно почему. Потому что это как бы еще супергероика. А уже в жанре принято, что там делают кучу всяких ответвлений. Что есть и мультики в одной вселенной происходят. И потом сериал, и еще фильм потом выйдет. Это, короче, база уже современная. Ну и плюс первый сезон хайповал. Многие его смотрели. Я помню, как многие рекомендовали его к просмотру «Пацанов». Так что, я думаю, посмотрим трейлер, но перед просмотром скажем, что у нас есть телеграм-канал, мы там пишем свои отзывы на фильмы или другие проекты, которые посмотрели. Если мы посмотрим четвертый сезон, то обязательно там напишем свой отзыв. Также с вами взаимодействуем и новости постим. Если вам любопытно, то подписывайтесь. Я думаю, все. Да, давайте уже и так наговорили тут. Три минутки будет трейлер. Начинаем. I look back at my life, and all I see are the messes I made. And I ain't got time to fix it. I can do one thing right with the time I got left, but I can't do it alone. Команда собирается. Country is corrupt beyond repair, so we gotta save it. Friends, you gotta think again. It's not gonna be easy. We'll have to do some terrible things for the greater good. You'll no longer be beloved celebrities. You will be wrathful gods. Show me a little wrath. That doesn't sound good, Ashley. Well, you know shit, Ashley. Sorry, Ashley. The whole world is about to burn. We need someone like you, Billy, before the soup start rounding us up. Это да, это было в прошлом трейлере. We found the answer to all our prayers. A virus that kills soups. This is insane and desperate, even for you. Well, insanely desperate is where we are, don't you think, love? Let's go. Chop chop, motherfuckers.
this is a biblical war, good versus evil. I'm declaring hunting season on star ladders. I can't believe this is fucking happening to me again. Look, we've all done bad shit. What's insane is that our solution to every problem is murder. Violence isn't brave. Violence is power. That's a spirit champ. Who wants a creamy, delicious milkshake? If we're ever gonna win against monsters, we need to start acting human. Run! You're all fucking welcome. Вот такой вот трейлер. Он мне показался круче намного. Я хотела сказать, вау. Этот трейлер мне очень понравился. И теперь у меня еще большее желание посмотреть четвертый сезон. Да, выглядит он реально круто. Тут и все вернулись, даже там второстепенные персонажи. Да, да. И которые вроде были там на пару серий, но что-то будет еще делаться. И новые персы. Мы как бы так молча смотрели, но на самом деле, когда реально интригует, завораживает, то хочется полностью все прослушать, посмотреть. Быть более внимательными. Да, и видно, что тут у них бюджеты уже больше, какие-то летающие животные смогли себе позволить графику вот такую. Потому что раньше они точно бы так не рисковали. Там в первых сезонах Хоумлендер летал, так, там по камерам показывали, что он там где-то промелькнул. Да, да, да. Потому да, что в основном были диалоги, и там, ну, экшен тоже, но все было поставлено на сценах каких-то необычных. То есть удивляла сама вот вся постановка, идеи и так далее, а не экшен в первую очередь. Ну да, да, да. Да, тут все-таки экшен они какой-то тоже в своем стиле навалили, сделали. Навалили. Да. Ну интересно, интересно, да. Думаю, точно ждем. И летом, да, летом опять будет куча всего выходить. Вроде еще Дом дракона будет, да, летом. Да. Так что сериалы. Сериалы мы ждем. Сериальное лето. Ну, там даже, кстати, когда только трейлер начинается, первый кадр, где они на базе. Эта база у них тоже появляется в третьем сезоне как раз. Вот я поэтому тоже подумала, что это как бы связанные сезоны. И... Но он все равно как будто отличается даже от третьего, да, картинкой, да, цвета, да, колор, да, вот этим вот всем. Ну, в общем, мы ждем, мы впечатлены. Возможно, будут еще трейлеры выходить, будем, думаю, ждать, да, и делать реакции. Ну и сам сериал уже ждем. Так что в целом все. Пишите в комментарии, как вам. Понравился ли вам трейлер, наша реакция. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube, Telegram-канал. Нам будет приятно. Всем пока. Ну и дизлайки ставьте. Пока.